Сегодня губернатор Виктор Толоконский находится с рабочим визитом в северных территориях края. Так, в Пировском районе глава региона проинспектировал работу районной больницы и провел совещание с руководством района. А в Лесосибирске губернатор осмотрел новый жилой микрорайон. На месте сейчас работает и наша съемочная группа. И вот что по телефону рассказывает наш корреспондент Ольга Тишинина. Свой визит в Пировский район губернатор начал с осмотра местной районной больницы, конкретно поликлиники и терапевтического отделения. В 2014-2015 годах там прошел небольшой ремонт. В этом году, по словам главного врача, закупят в больницу оборудование, аппарат для искусственной вентиляции легких. А в 2018 году планируют купить аппарат ФГС для оказания экстренной медицинской помощи. В целом Виктор Толоконский, видимо, остался доволен, но поручил также приобрести маммограф. Дело в том, что сейчас для диагностики всех женщин приходится возить соседей. Казачинскую больницу. Ну а затем на совещании с главой Пировского района Александром Яснеевым и руководителем подразделения администрации губернатор обсудил проблемы, которые сейчас есть в районе. Виктор Толоконский по результатам совещания поручил решить проблемы с электроснабжением, отремонтировать ветхие сети. Кроме этого, необходимо привести в порядок водонапорные башни. На это выделят дополнительные средства, часть из них уже в 2018 году. Затем глава региона побывал в Лесосибирске, где осмотрел недавно построенные дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Программа переселения заканчивается в этом году, но Виктор Толоконский заявил, что в крае она будет продолжаться и в следующем году. В 2018 году планируется выделение полу 1,5 миллиарда рублей из краевого бюджета на строительство квартир для переселенцев, так как, по словам губернатора края, проблема острая. Обсудили и то, как идет возведение домов для погорельцев в поселке Стрелка. Губернатор потребовал ускориться, но делать все же все качественно. И, как заявил Виктор Толоконский, в середине августа он планирует еще раз побывать в Стрелке и все проверить лично.